Устанавливаем пакет так, чтобы края пакета находились внутри вакуумной камеры между двух резинок. Нажимаем кнопку с зеленым индикатором, у нас происходит откачка воздуха. Повторное нажатие у нас отключает вакуумный насос. И чтобы запаять пакет, нажимаем кнопку под зеленым индикатором. Нажимаем и удерживаем, пока не загорится красным цветом. Происходит процесс запайки, зеленый светодиод снова загорается. Все, пакет у нас упакован. Спаян он очень прочно. Устанавливаем пакет, закрываем крышку. Защелками фиксируем. И также нажимаем кнопку с зеленым индикатором. Все, происходит процесс откачки воздуха. Повторным нажатием мы отключаем вакуумный насос. Нажимаем и удерживаем кнопку под зеленым индикатором. Красный светодиод загорелся, отпускаем, происходит процесс запайки. Все, зеленый светодиод опять загорелся, пакет у нас запаян. Ну вот и все.